Баден-Баден – светский город с мировым именем Шварцвальде. Он известен своими обширными парковыми ансамблями, скверами, а также Лихтенталер-аллеей. Курорт Баден-Баден славится, конечно же, своей водой. Свидетельством тому является наличие бесчисленного количества источников. Одна из главных достопримечательностей – это бани. Еще римляне ценили лечебное действие термальных источников. Здесь можно увидеть солдатские бани 2000-летней давности. Сейчас, как и прежде, 68-градусные источники выплескивают свои воды в две термальные бани города. Термы Каракалла и Фридрихсбад предлагают полезное купание на площади свыше 1000 квадратных метров. Таким образом, бесследно уходят стресс и напряжение. Многие знаменитости ценят особенную атмосферу многочисленных роскошных гостиниц города. Клиники Баден-Бадена, как, например, клиника имени Макса Грюндига, имеют всемирную славу. Гости со всего света могут здесь проверить свое здоровье при помощи опытных врачей и самой современной техники. Тринкхалле. Сейчас, как и прежде, можно прогуляться по впечатляющему сооружению и повосхищаться роскошно украшенной отделкой. В Баден-Баден стоит приезжать в любое время года.